Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Черепашки Ниндзя Легенды. Так, сегодня у нас воскресенье, а это говорит, что у нас сегодня должна быть Лига Мастеров 3 звезды, во что бы то ни стало. Ну что же, давай попробуем это сделать. В данный момент мы находимся, наверное, в Лиге Мастеров 2 звезды, скорее всего. Да. И нам нужно всего лишь 106 ступенек, ребята, перепрыгнуть, чтобы мы с тобой и укрепились, и была 100% гарантия, что мы с тобой не упадем ниже. Ну что, друзья мои, сегодня у меня первый выходной. На часах 4:30, потому что я только проснулся. Я даже не пошел на тренировку, ребят, по-прежнему болею. Кашель дикий, сейчас, наверное, сыграю вот эту вот серию. И, скорее всего, пойду схожу в аптеку. Надо, ребята, купить что-то отхаркивающее, потому что грудина забилась, к сожалению, полностью. То есть в плане того, что я кашляю, у меня уже, как сказать, очень хреновая мокрота оттуда идет, с легких. Поэтому нельзя затягивать, иначе это может плачевно кончиться для меня. Так что пойдем за отхарки, в общем, сходим там, от ЦЦ возьмем или еще что-нибудь. Погода, слава богу, тепленькая сегодня, минус 3 градуса, так что надо сходить. Пока не поздно, иначе я могу, ребята, слечь уже надолго тогда. Лучше сейчас, пока есть силы, как говорится, и возможность. Так, Рок, кстати, что ты делаешь? Запарил ты тут своими гранатами. Я не знаю, ребята, как мне завтра идти на тренировку. Пропускать, наверное, придется, но хотелось бы сходить. Если сегодня я куплю, и мне завтра полегчает, конечно же, я тогда схожу. Если же будет все хреново, я никуда не пойду. Вот так вот. Ну что, ребятушки, переходим мы с вами на 46-ю позицию, что не может не радовать. И мы с тобой возьмем... А почему мне не дают 17-24? Почему? Вроде бы как уже около топчика находимся, и все равно не дают. Так, сотка, и, наверное, мне придется здесь взять вот так вот. 71 уровень, придется, наверное, еще перестраховаться. Возьмем с тобой 70-ников здесь. Ну, чтобы нас тут... Не дай бог, не разобрали. Так, замедляха. Плюс уклонение сразу поставим. Чтобы если какая-то атака внезапная, чтобы не попали по нам. Так, Шреддер. Да ладно, и никого не вырубили еще до сих пор. Ну давай, волна, наверное, убьет всех. Кстати, ты заметь, что у Бакстера, вот по сравнению с этой, со всей командой, у Бакстера самая медленная атака. Он сделал ее самым последним. А я, честно говоря, рассчитывал на него наоборот, в первую очередь. Так что, ребятушки, вот этот аспект не стоит не забывать. Так, ну что, если здесь у нас Микеланджело, я думаю, что вот этими ребятами я смогу здесь справиться. И на всякий случай беру 70-ников, чтобы, опять же, никто не попал у нас под удар, как в прошлой серии. Не перестраховался, как говорится, и всхлопотал. Но я думаю, что маузеры вырубят все-таки даже этого Микеланджело. Сейчас проверим. Так, ну-ка. Шикарно. Просто, ребята, шикардос. Получилось даже лучше, чем я ожидал. Маузеры вырубили почти всех, а потом уже Донателло просто добил их. Нормально. И у нас 25-я позиция. Так, вот, 17-24, друзья мои. Ну что, я беру, наверное, Пиццелицева здесь и Армагона. Слушай, по инициативке у нас что получается? Майки 78-й. Ну, я не знаю, ребята... Если он, конечно, успеет первым сходить и бросить бомбочку, то, скорее всего, у меня упадут аж целых 3 бойца. Но я попробую сейчас их наказать. Отлично, просто, ребята, великолепно получилось. Я хотел наказать и наказал. И остался всего лишь один, которого завалил, естественно, пиццелицей своей плюшкой этой. Как она там называется? А почему так мало дали-то всего? На 23-й ранг подняли, зашибись. Я этого, ребят, никогда не понимал и, наверное, не пойму, почему вот такое распределение жесткое почему-то идет. Я прошел, все нормально. Мне дали, блин, по проходке меньше 10 ступенек. Очень интересно. Очень интересно и очень бесяво, если честно. Так, ну что, ладно, давай, Крэнк, бомби. Угу. Теперь сделаем вот так вот. Подожди секундочку, ну куда ты лезешь? Давай так вот. Ну,
Будешь ты падать, засранец несчастный, а, сегодня или нет? Ты посмотри, а. Так потому что это у меня ватники, ребята. 56-й, что они ему сделают? Ничего абсолютно. Но зато я тебе скажу следующее. Если бы у меня был бы, например, да, 77-й уровень бойца, а у него 56-й, он бы мне наваливал, будь здоров бы, вот поверь мне. Просто будь здоров, наваливал бы. Офигенно, блин. С 23-го места переходим с тобой на 18-е. Что за подстава-то? Почему так происходит? Я просто прифигеваю, ребят. От такой политики партии. Я просто прифигеваю. Да, ну куда ты лезешь? Ну куда ты лезешь-то? Блин. Лео, жги. Значит, этот майк, я смотрю, хорош по инициативе, да? Ать! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Давай, кожеголовы, добивай их. Красотулька. Значит, получается, что он по инициативе круче. Ну что же, надо будет этот, ребята, аспект учитывать. Да. Ну что же, нет, давай мне 17-24 и хорош выпендриваться. Вот, берем, значит, с тобой Рафаэля. Возьму, наверное, здесь Супер Шреддера. Вдвоем-то я думаю, что они справятся. Тут кто у нас? Донателло опасен, да? Ну, в принципе, да, только Донателло. Остальные по инициативе не особо хороши. Ой, простите, ребята, кашель замучил уже меня. Так, ну что, падай, отлично. Потому что постепенный урон на нем был. И, соответственно, он отдупляется. Ну что, перейдем, нет? Наконец-то. Наконец-то, друзья, перешел я в Лигу Мастеров 3 звезды, 99-я позиция. Но ничего страшного, пока еще есть порох в пороховницах. Есть еще бойцы у нас, поэтому я думаю, все будет у нас хорошо. Плюс еще 3 отката. Ну, 3 отката, это, конечно, ни о чем. Это буквально, ну, сколько... Ну, если в один момент откатить одного персонажа, а потом еще двух, то это всего на 2 заходки получается. Особо, как говорится, не шиканешь. Но мы можем с тобой еще и женевки сделать, там получить 5 откатов. Получается в общей сложности 8. Ну, это уже кое-что. Нам главное добиться 50-го места. Все, ребят, нам топчик сегодня занимать не обязательно. Ну, вот с 50-м местом, как бы, ну, тоже такие, ребят, проблемы. Надо еще до туда добраться. Ну, я возьму, наверное, вот эту команду. Тут 2 Майки, кстати. Слушай, если тут 2 Микеланджело, нам придется перестраховываться. Сделаем так, так и вот так. Слэш, конечно, у нас инициативы особые не отличается, друзья, если честно. Ванька, по-моему, тоже. У нас маузеры бомбят. И вот сейчас возлагаю надежду, чтобы он сразу уложил 2, как минимум, Майки. 2 Майки уложить. Ну, в принципе, нормально получилось. Прекрасно. Прекрасно все вышло. Они даже пикнуть не успели, рот открыть свой. Как говорится, даже открыть не успели. Ну, а мы с тобой... Так, 78 место. Вот сейчас ровно 10 ступенек пролетели, ребят. Сейчас все по чесноку было. Ну, давай возьмем. Ну, я, наверное, вот эту вот команду возьму. Так, опять же, идет на откат у меня Маузер. И вот тут уже, ребят, небольшая проблема. Ладно, придется вот так вот сделать. Придется сделать так, потому что сейчас будет ходить у меня в соло Маузер. Остатки жизни будут распределяться на моих персонажей. То есть я надеюсь, что мы вытянем по инициативе. И все-таки на один уровень мы их выше. Сейчас будем смотреть. Ты посмотри, посмотри. Так, ну ладно, иммунитет вешает, фиг с ним. Ну, наверное, я все-таки вот... Ну да, давай добьем, наверное, вот так вот Сплинтера. Теперь пробиваем с тобой носорога. И остается у нас в зоне видимости. Вот так вот. Все, ребят. Получилось великолепно, но у меня уже кончились, так сказать, хорошие бойцы, которые могли бы сделать здесь нормальные вещи. И... Так, что у нас тут? Открыть колоду. И я, наверное, ребят, пойду тогда уже пройду... Начну проходить задания вот эти вот, чтобы получить мне... Откаты. Поехали. Сейчас мы здесь попробуем довольно неплохо разбомбить их. Ну, я думаю, бомбочку здесь не обязательно кидать. Мне так кажется.
Так, добиваем. Здесь... давай так вот сделаем. Прекрасно. Вообще великолепно. Ну и последняя, заключительная волна. Здесь уже можно кинуть пиццу эту, да? Плюшку. Так, замедлях только на одного сработало. Добиваем. И, скорее всего, ну да, тут ему тоже крышка. Если Макман разбежался побоксировать, уже вряд ли кто-то там устоит. Да, это не массовая атака, но зато она мощная, ребята. Эта атака у него очень мощная. Пробивает только шорох. Так, ну что, мы теперь идем с тобой на прокачку. Так, у нас мутагена хватает на один левел-ап для нашей лисички. Прекрасно. Так, и теперь, друзья мои, мы с тобой должны найти 10 ящиков с инструментами. Один нашли. Так, второй тут тоже есть. И третий. Ну, с ними вообще-то никогда, ребят, проблем и не было. Я про ящики. Так, это получается уже 5. 6. Так, 7. 8. 9. И последний, ребят, ящик находим. 10. Все. Ящики найдены. Повышение. Да, делаем. До 6 ступени. Ну что, ребята, у нас получается надо прокачать вот эту пассивку в выполнении миссии. Это лиса выполняет миссию мести. Вероятность 15% атаковать дважды, проводя свою основную атаку. Ну давай попробуем найти эту кошечку. Две их нам нужно. Так, фигурка... Ой, не то сделал. Одну фигурку мы нашли, вторая тоже найдена. Прекрасно. Дальше нам нужно найти 4 шляпы. Ну, ребят, я сейчас просто-напросто трачу пиццу. Раз... Ну, так, два. А пицца заканчивается, ребят. Три. Последняя попытка. Четыре. Все, друзья, нашли мы с вами 4 шляпы. Там еще надо будет найти одну катушку с пленкой и 8 знаков. И, в принципе, ребят, можно будет еще повысить на один левел скилл. Так, ну что, друзья мои, 6 откатов. Это уже... другое дело. И мы продолжаем турнирочку. 68-я позиция, как ты видишь, у нас в данный момент находится. Я возьму, пожалуй-ка, ну давай вот эту вот команду. Берем через откат маузеров. Так, 79-й. Ну давай попробуем. Блин, ну опасно. Может быть, все-таки перестраховаться. Давай я перестрахуюсь. Я просто не уверен, что мои 71 уровни смогут пробить 79-й. Это чревато, ребята, очень фейлом. А я в данный момент не хочу проигрывать. Ну-ка, посмотрим. Вот если бы у нас была бы одна Лапекс, я бы не взял бы подстраховку. Смогла бы она справиться? Вполне, ребята. Единственное, что мне не нравится, она на себя автоматически вешает дебаф. Дебаф по атаке. Она понижает себе сразу атаку, блин. Что за несправедливость, не знаю. Так, ну что же, здесь сделаем тогда следующим образом. Маузер плюс Армагон. Маузер плюс Армагон. Блин, у нас бойцов, ребята, тьма тьмущая, понимаешь? А задействовать и не с кем их. То есть сейчас я с тобой протрачиваю все откаты и все. Но это, в принципе, ребята, не важно. Мы, главное, до полтинника добираемся и все. Этого, я уже говорил, будет нам более чем достаточно. Давай ракетами добьем. Прекрасно. Там какие-то кости валяются чьи-то на бережку. Хм, интересно, чьи бы это могли быть кости. Так, 49-я позиция, да? И у нас, ребята, 2 отката. Я тебе скажу, что это, наверное, у нас будет последний поединок. Беру маузеров и беру... Так, Целицевая. Давай Армагона, это уже гарантированная будет победа. Все, друзья, это последний поединок у нас, потому что откаты кончились. И без откатов я могу, конечно, их купить, но тратить баксы на это, я думаю, не стоит. Потому что топчик нам не принципиально брать. Нам надо было просто попасть с тобой в Лигу Мастеров 3 звезды на 50-ю позицию. Мы это сделали. Поэтому к завтрашнему дню у нас все будет нормально. Будет фул награды, будут все осколки. И будем с тобой спокойненько буститься.
Единственное, я не знаю, ребята, как это сделать. Я собираюсь на тренировку сходить. У нас обычно в 3 часа, да, или в 4 откат. Успею ли я прийти до этого времени? Но опять же, если я пойду туда, если мне будет, как говорится, хорошо, буду себя чувствовать нормально. Так, ну что, больше у нас все, ребята, больше у нас ничего, к сожалению, не осталось. Все мы с тобой выполнили. Тогда спокойненько будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.